Добрый день. Сегодня у нас на обзоре коробка с окном 175 на 55 на 50. Коробка с отрывной лентой. Вот с такой. То есть сейчас вот вы видите ее в собранном виде и закрытую. То есть если ее сравнить с похожей коробкой вот такой, у которой после закрытия все-таки есть возможность вскрыть ее, вот, то в коробке с артикулом Safe Label Asia 500 идет вот эта такая отрывная лента, которая после упаковки в нее, допустим, ролла или какого-то хот-дога, мы видим, окошко здесь есть, внутри есть ламинация, что позволяет устойчиво быть к жировлагостойким продуктам. Вот. И, соответственно, закрыть. Вот она сейчас в собранном виде, больше мы ее открыть не сможем. То есть на производстве упаковали в нее продукты, еду, запаковали, и она поехала к вашему клиенту. Клиент получил, понимает, что ее по пути никто не вскрыл, ничего не вывалилось, не отвалилось, не развалилось это где-то там в машине, в сумке. И, соответственно, он отдирает вот эту ленточку, так по перфорации, скрывает так свой контейнер и получает свои продукты здесь. Внутри, вот если вы видите, ламинация, вот, коробочка поступает к вам вот в таком виде. Ну, здесь еще, соответственно, отрывная лента, которая вот осталась здесь приклеенной. Вот, ее тоже просто так не оторвать, уже остается вот так с мясом. Заказывайте. На сайте у нас есть такие коробки, есть наличие. Это новая линейка, таких коробок сейчас не везде представлены, они еще не широко используются. Но это очень удобно. Очень удобные коробочки. Спасибо, заботьтесь о своих клиентах. Всего доброго. Подставьте лайки.